Петербурге. Мы его сильно не показываем, потому что тут лучше просто гулять и получать удовольствие. Кстати, за спиной мне интересный дом. У него на верхушке, вон там повыше сейчас покажу, гарпии. Сейчас покажем интересное такое дерево, которое нашли. Толщина просто... Это чтобы было понятно по размерам. Вот у нас Катя, а вот у нас дерево. Очередной день, так сказать, уже завершающий в Санкт-Петербурге. И мы тут решили заехать в один из районов Санкт-Петербурга, где живут миллионеры. Но мы чем хуже, присмотрим себе домики, посмотрим, где тут, что тут, как тут. Еще обойти не можем парк, по которому по деревьям лазить. Вот там за спиной у меня рычат динозавры. Ну там прикол такой, что гуляешь и типа динозавры, такая имитация, что они там шевелятся, что-то там, что кого, короче, как будто ты в парке динозавров. И вот для жителей, которые здесь живут, да, которые покупают здесь дома или снимают, вот такой вот парк чисто для отдыха. Тут же есть ресторанчики разные, кафешки, бассейн, вот я вам показывал. В общем, тут есть чем заняться, все красиво, ухожено. Вот такие, я понимаю, дома себе покупать и отдыхать.
большая детская зона игровая здесь есть для детей. Ну, собственно говоря, покупаю здесь квартиру, точнее сказать, дом. Пора уже пожить хорошо.